стерео ресивер корпорации Пионер, название SX1300. Значит, очень неплохой аппарат на транзисторах мосфетовских. Вон они там стоят, вот их видно, черный, зеленый, зеленый, черный, не копанный, состояние отличное, сопротивление акустики от 8 Ом, 8-16, две пары акустики. Значит, тюнер представлен диапазоном 87,5-108 МГц, питание 220 вольт на борту. Вот, значит, имеет тюнер FM, как я уже сказал, две пары акустики, выход на телефоны. Значит, тембра-блок у него представлен пятиполосным эквалайзером, баланс. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть ходов. Есть фона, представлен ММ-головочками. 24 станции пресетов памяти. Вот, давайте, красивенький. Вот, Эрмитаж. Ловит в идеале. Правый канал, левый канал. Сканировать можно каналы настроенные. Приз, так что ждем сообщения ВКонтакте, в Инстаграме и Ватсапе. Зараза зеркальная, отображает меня, я не хочу. Thank you.
все надписи горят. Формо, CD, ВКР, тейп 1, тейп 2. Есть ручная настройка, есть автоматическая. Сейчас докурим. Станции в Питере немерено. Аппарат.